С первого форума с 2018 года Рязань посетили делегации более 60 государств, 200 городов, ведущие российские и международные эксперты. Проведено свыше 400 мероприятий, а площадки форума посетили 120 тысяч гостей. И даже пандемия не помешала проведению, хотя многие мероприятия тогда и прошли в режиме онлайн. В этом году культурная программа наполнена яркими, интересными событиями. Церемонии открытия и закрытия, десятки концертов, театральных программ, интерактивные мастер-классы и тематические выставки. Идея форума сама и миссия этого форума – это содружество, это сотрудничество, это вот такая теплая, душевная и дружеская атмосфера, которую мы надеемся, что будет царить на всех мероприятиях нашего форума. Вот педагоги и наставники, мы выбрали тему «Юность древних городов», и нас всех ждет насыщенная деловая и культурная программа, в которой примут участие в этом году, уже подтвердили представители из 70 городов 13 стран мира, как в очном, так и заочном формате. Важное место в деловой программе будет отведено центральной сессии «Время первых. Исторический контекст», а также семинару «Древние города как столпы единого духовного». Особенность этого года – мы распределили наши площадки для проведения форума по особым тематическим направлениям. И так Лыбецкий бульвар станет площадкой академического и народного искусства. Верхний городской сад впервые задействуется в рамках форума. Это инновационная площадка для молодежи, для каких-то творческих открытий, проектов, для проведения анимационных программ для детей. Рязанский Кремль, безусловно, эта площадка также станет одной из основных. И это территория исторического прошлого, духовного наследия России. Мероприятия форума пройдут у нас и в наших государственных учреждениях культуры, в художественном музее, библиотеке имени Горького, в Центре народного творчества, Рязанской областной филармонии и Музее истории молодежного движения. В культурную программу в этом году войдут дивные гости, выставка-ярмарка народных промыслов, ярмарка локальных брендов, всевозможные выставки и концерты. Подробная программа мероприятия опубликована на сайте форума и в социальных сетях.